весело. Смотри, ты слева, да, на ее место. Если в ней месяц есть, проводом, потом таким лесу любимым, потом продолжим. Вот и сыграл в списку меня. Только радостные слышим. Песни ветра с высоты. Как тихо земля дышит. Как в лугах звенят цветы. Только тот, кто сильно любит, верит в светлую мечту. Не испортит, не погубит в этом мире красоту. Радость, если солнце светит. Если в небе месяц есть, сколько радости на свете. Не изменить, не честь. Радость, если солнце светит. Если в небе месяц есть, сколько радости на свете. Телефон, не изменить. У меня где-то 3 ампера. Ты сыграл включи. Что тут вот, минус его за землёй, а минус 5 метров на отопление. Вот, по крайней мере, тут здесь этот диод моргает. Что я с ним граф отключу. Минус был заземленный, тут такую наводку на сейлографе заводила, хоть земля все равно заземлена. И тут 5 метров, пока она дойдет до 5 метров, а сейлограф ближе, тут же 2 мегагерц, высокая частота. Больше, чем 2 даже. Сила Божья Матерь сыну кол. Всякой снадобью она поила жито в масле, испекла и положила тихо в ясли. В радости младенец спал в дрему, уронил он колоб золоченый на солому, покатился колоб за ворота рожью, замутили слезы душу голубую Божью.
человеке чада. Хоть одну и малую забаву надо. Жутко и меж темной перелесец. Назвала я этот колот месяц. Сбилась, похоже. Покажу, как настроить на волновой, то есть как получить несколько мощностей тока и напряжения в катушке. А тут одна катушка на 2 мегагерца где-то частота ее. Ну, вот я настроил теперь на резонанс на вот этой катушке. Ну, это теперь воспринимается просто так, как емкость. Это все провод. Она немножко снижает частоту там. Так ее где-то там может 2,5 МГц, а так 1,8 МГц. Потому что это воспринимается как емкость. Это катушка вся. А не как резонанс. Но волна идет по ней. И тут создаются пучности напряжения и узлы напряжения. И это можно показать неонкой. Это генератор, питается 12 вольт и ток где-то 2,5 ампера. Подключаем. Камера заглючила. Ну что-то тут зашкалит. Что-то не то. Осциллограф отключил, не очень вижу, что происходит. Частоту подкручу. Что это за резонанс? Вот этот, надеюсь, это он. Вот где-то 2 МГц. Один ровно 2 МГц. Транзистор как тут нагревается, пока не тек. Потребление, сколько там? 6 ампер.
включается. Мы просто мечтали, мы просто любили, смеялись, надеялись, вечно шутили. Мы городу чудному шли понарошку, но начали верить в него понемножку. Но начали верить в него понемножку. Мы в сказочный город пошли не случайно, мы в сердце хранили мечты и желания, мы ветер надежды руками ловили и верой своей себе крылья растили, и верой своей себе крылья растили. Мы детскую сказку в душе сохраняли, и чтоб ни случалось, ночами летали. Мы судьбы своими руками творили, мы просто мечтали, мы просто любили. Мы просто мечтали, мы просто любили. Теперь знаем точно, есть город на свете, там сказки живут, там все люди как дети, там синие птицы на ветках поют, там просто мечтают, там просто живут. Там просто мечтают, там просто живут. Теперь знаем точно, есть город на свете, там сказки живут, там все люди как дети, там синие птицы на ветках поют, там просто мечтают и просто живут. Там просто мечтают и просто живут. Где-то 600 килогерц, что ли? Это можно легко померить. Отключаем. А можно даже не надо отключать. Это мой прибор, который частоту мерит. Сейчас поднесем его, что он нам покажет. 505 килогерц. Ноль 58 мегагерц, почти 600. Какие осциллограф, то самое, как я сказал, по осциллографу. Больше, чем 500. Раньше была земля не подключена. Потом как-то он трещал 50 герц на водку. Вот закоротил концы, минус, и этот конец закоротил. Теперь вот где у него пучность напряжения, тут напряжение. Тут вот касаясь, никакого влияния нет на землю. Тут у него ток, и внизу ток. Посередине вот касаясь напряжения. У него как посередине светит. Отвертки. Вот тут вот ничего нет. Я даже ничего там особо не настраивал, просто так. Уже сразу пучность посередине появилась. Теперь пробую найти резонанс.
у меня уже частота, видимо, не заходит. Он где-то должен быть на 1,2 МГц, наверное. У меня тут еще не дошло до такой частоты. То есть где-то вдвое выше, по идее. Вот как посередине хорошо горит. Тут касаюсь ничего. Посередине вот. Даже искорки летят. Тут уже нет. Я там пробил. Тут лучше не делать. Вот это самое лучшее показывает. Полный у него резонанс. Это я и то на гармонике, наверное, качаю. Генератора частоты намного ниже. Тут 1,2 МГц где-то. Где-то я один, или 1,1. Нужно посмотреть, что покажет нас прибор. Он ерунду покажет. Немножко, наверное, ерунду покажет. А вот 1,27 МГц. Вот камера сама уже приблизила. Он уже на высоких частотах начинает немножко психовать. И неправильно пока определиться не может. Где-то 1 МГц 27. По идее, в два раза выше. Примерно. Но частота генератора, я думаю, не такая высокая. Тут можно посмотреть частоту генератора. Килогерц что-то вредит, наверное. На таких частотах как бы не очень предназначен. Он до 100 килогерц вообще-то в некоторых документациях пишут. Нажму и сам померил. В общем, не может он померить, ему амплитуды не хватает, наверное, напряжение. Нужно только по осциллографу померить. Он тут показывает. А, другой конец не там подключил. На минус.
На осциллографе. Они на осциллографе тоже. Где-то 1,2 МГц. 1,3 почти. Подобрал конденсатор, теперь могу выше частоту настраивать, немного выше, но теперь настроил, по-моему, на резонанс. Вот что показывает пример. Ожидается. Один 1,32 МГц. Было 6 МГц. Увеличилось больше, чем в 2 раза. Люди. Три запятая пять ампер. Зеркалами озер ищет чудо человек, но однажды он поймет, где-то на краю земли, что чудеснее всего жить в согласии и любви. Так спеши же, мы здесь, так лети же, ты веришь, за долиной чудес. Отвори сказку двери, и рекой станет жизнь, а душой будет небо тем, кто вместе творит на просторах вселенной. Лай-на-на-на-на-на-на-на-на. 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 Города и расти в душе сады, о прекрасном лишь мечта, станем вместе я и ты, песни новые слагать, будем мы с тобою вновь, станут снова в них сиять дружба, верность и любовь. Так спеши же, мы здесь, так лети. Ты же веришь, свежий ветер любви распахнет твои двери, и рекой станет жизнь, а душой будет небо. Мы посадим цветы на просторах вселенной. Лай-на-на-на-на-на-на-на. Лай-на-на-на-на-на-на-на. Свет, надежда и любовь с теми, кто отдал.
слепят тебя восходящие шаги. Ведь поверивший в себя есть надежда для любви. Так отдай свою жизнь, обрети крылья веры, свежий ветер любви распахнет твои двери, и рекой станет жизнь, и душой будет небо, и растают снега на просторах вселенной. Лай-на-на-на-на-на-на-на-на, 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 лай-на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 . Если бы я вел бы в полный резонанс, хотя может там водок скважинность начинает вырастать, поэтому ток расти начинает, а не от того, что полный резонанс. А может быть полный резонанс. Теперь частоту посмотрим. Один и 24 мегагерца. Вот я ушел в низшую сторону. В мире столько тёплых рук, в мире столько добрых глаз. От сердец к сердцам земля согрета, значит, знаю. Потом так залипает. Что увидеть нам помог, Филипп потом опять долго. Как прекрасен надо. Этот мир, сколько в нем любви и тепла и света, значит, нас спасет вера одна в красоту любви, в торжество добра. Значит, нас спасет. Потому что потребление уже заходит слишком. Выключается, начинает его питание. Доброту людей, в чистоту сердец и радость. Посмотри вперед, кто-то нам зажжет.